Проблемы с водоснабжением этим летом для многих муниципалитетов стали ключевыми. Исключением не стал и Буйнакск. В связи с этим на площадке РИА Дагестана прошла пресс-конференция мэра города Исламудина Нургудаева. На встрече чиновник рассказал о причинах частого отключения воды в муниципалитете и о том, каким решение проблемы видится властям. Подробнее Патимат Ханапова. Изношенные сети, незаконные врезки и аномальная жара. Причин нехватки воды много. Проблеме не один десяток лет. И с каждым годом ситуация только хуже. Город растет, и расход воды увеличивается в разы. Мы, чтобы в данный момент ситуацию снять, такое острое напряжение, мы в первую очередь, конечно, вырезали незаконные врезки, выехали на место. Черкея, хоть как бы не было нам неудобно, это черкейцы, тоже те люди, их не труд, которые столько вот туда они вложили, сажали сады, и это должны были где-то потом эти фрукты продать и получить, это их не хлеб, да, вот на чем и кормятся, наверное, это эти села. Но и тем не менее, уже у нас стал такой вопрос, ну, фрукты фруктами, а людям город остался без воды, и мы пошли на самые крайние меры, выехали и начали разрезать эти врезки. Ликвидация незаконных врезок – это временная и экстренная мера. Накопившиеся годами проблемы она не решает. По данным мэрии Буйнакска, найден комплексный подход решения вопроса, но на это потребуется около 2 лет. Речь о прокладке новой нитки водовода Черкей-Буйнакск. На данный момент проектно-сметная документация проходит экспертизу. В республиканской инвестиционной программе нам предусмотрели деньги на проектно-сметную документацию по новой нитке водовода Черкей-Насосная, город Буйнакск. Эти деньги мы получили. Далее мы объявили торги на проектно-сметную документацию, потому что это очень важная составляющая, потому что от проекта много чего зависит, как будет разработан проект. И были электронные торги. Победила компания «Ростов-Гипрошахт». Это компания, которая имеет очень большой опыт на проектном рынке. Однако и прокладка новой нитки – не окончательное решение проблемы. Администрация города планирует также попасть в программу «Мой Дагестан – моя вода». Отметим, что накануне прибывший в республику первый заместитель главы Минэкономразвития России Михаил Бабич также коснулся темы обеспечения муниципалитетов питьевой водой в регионе. Федеральный чиновник подчеркнул, что обязательно проведет встречу с главами проблемных районов и городов. На сегодняшний день острая нехватка воды ощущается в городах Махачкала, Хасавюрта, Дербент, Кизляр и Буйнакском. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.